Такая интересная Эви. Также он тут тканевая, как там ее зовут, дочку Белоснежка, Одрива. То есть это дочь красавицы. Вот Эви. У нее вот такой интересный красивый наряд. Синенький. Интересно видно немножечко. Ну вот у Эви аж трое парней. Ну, и тут мой краткий рассказик про нее. Так. Здесь Одри. Также идет. Не помню, как ее зовут, но она вроде бы дочка Мулан. И также идет Джейн, что ли, дочка волшебницы. Так, продолжение чая. Так, Одри, тут такая блестяшечка. Вот Джейн. Динаку просто вот. А, Ленни или Лони. Вот она. Такой интересный журнал. Еще рассказы, интересно. Тут вот краткие уже про фильм говорится, где тут любовная история Мел и Бена. Тут немножечко... А, здесь Дак или Дук... Никак не могу понять, как его зовут. Он один... Он сын одного из гномов. Из Белоснежки, семи гномов. Вот, яблочко. И диснейский знак. Вся четверка родителей. Дракошка. Вот они, принцессы. Тут уже за главный танец сам последний. Вот так, пять принцессов. Принцесс главных. Которые показаны в этом именно интересном рассказе. И последняя страница. Завершающая. Конечно же, конец танца, принцессы. И, конечно же, Мел и Бен. Вот такой классный, интересный журнал «Наследники» 2015 года. Дисней. Вот и все. Показала вам немножко собрание моих наклеечек. Здесь осталось около 50 найти. Здесь около 10 что-то вот вроде. Здесь, наверное, около 50. Здесь 16. И собранный журнал. Класс. Я так рада. Ладно, с вами была Юля, спасибо, что смотрели мое видео, всем пока, бай-бай-бай.